Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ардагерлерді ардақтай қайырымдылық акциясын өткізіп отыр. Біз еріктілер осы акцияға қатысқанымызды мақтан тұтамыз. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Уважаемые студенты, поздравляю вас с большим праздником, Днем Победы. Победа эта нам далась очень тяжело. Столько было пролито крови, сколько было обезглавленных людей, сколько сирот осталось после войны. Но мы справились с врагом, с страшным врагом, который напал вероломно на нашу страну без всякого предупреждения. Очень важно, что наша страна была большой, вместе все сражались с фашистами, и поэтому мы победили. Я вам желаю, чтобы ваш путь был чистым, без всяких войн, без всяких переживаний за то, что с чего-то вы не успели сделать. Старайтесь не терять ни одной минуты. Жизнь коротка, и поэтому дорожите каждой минутой тот путь, который вы наметили. Пускай он будет пройден с честью и достоинством. Еще хочется поблагодарить ректора, все начальство нашего университета за ту заботу, за ту память, которую вы оказываете нам. И нам это очень дорого, что вы цените то, что мы делали, что могли делать для сохранения Родины. Я вам желаю, чтобы никогда не было войн, и чтобы мирное время для вас было с пользой. И тратите свою жизнь для блага Родины, и родителей, и друзей берегите. Спасибо за внимание.